Потому что раньше женщины не работали, а смотрели за домом. А сейчас она должна работать и за домом смотреть. Слишком много обязательств, нет? Девчонки, так вы же сами за это боролись. Вы же сами боролись, феминистки вы мои, за то, чтобы работать, за то, чтобы иметь равные права с мужчиной. А теперь вы плачете. Так как вас понять вообще? Вы хотите за домом следить? Или вы хотите работать? Или вы что хотите? Совмещать как-то? Это очень тяжело. Нужно расставлять приоритеты. Если вы не умеете это делать, то раньше за вас это делали мужчины. Они вас оставляли дома, потому что женская обязанность – это смотреть за домом как раз-таки, за детьми и за мужем. А теперь вы хотите все подряд. Но так не бывает, так не получится. Если вы выбираете работу, так не колупайте мужчине мозги тогда. Хотите работать, встречаться с мужчиной? Делите 50 на 50, если для вас неприемлемо сидеть и смотреть за домом. И не нойте, не говорите, что он что-то должен, потому что вы получили те же права. Так берите тогда те же обязанности, и все будет good, и не надо писать эти комментарии, вы будете счастливы. Но нет же, вы счастливы не будете, потому что истинное предназначение женщины – это растить детей, смотреть за домом и быть за мужем. Вот такой вот получается итог этого вопроса.